по ситуации в Сирии с учетом событий, которые произошли в Сирии. Очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ мы условились провести. Правду нужно устанавливать транспарентно и во всей ее полноте. Кстати, 21 февраля, когда было подписано соглашение об урегулировании кризиса на Украине, в нем, среди прочего, содержался и пункт о проведении совместного расследования властями и тогдашней оппозиции. Поэтому я сейчас не берусь судить, насколько выверены и обоснованы те заявления, которые были сделаны. По крайней мере, они противоречат огромному массиву свидетельств об обратном. Перебрел ООН Башар Джафари, заявил, что спецслужбы его страны. ОДКБ не заинтересовано в нагнетании конфронтации с кем бы то ни было, включая НАТО. Напротив, мы долгие годы предлагали НАТО сотрудничать по Афганистану, прежде всего для более эффективной борьбы с наркоугрозой. Коротко очень добавить, что мы возлагали надежды на рассмотрение вопроса связанного. НАТО последовательно и упорно отказывалось от этого взаимодействия. Но, повторю еще раз, мы ни с кем конфронтации не ищем и надеюсь, что никто не будет провоцировать конфронтацию, тем более в далеком от НАТО регионе. И самое главное, еще раз выявить тот курс, который мы реализуем.